тщеславны, что в безумии сами себя называют детьми самого Бога. Они хвалятся сыновством Божиим, вероятно, потому, что слышали слова «Сын мой, первенец Израиль», Исход 4:22. Но они должны были знать, что Бог говорил и в другом месте. «Сыновей родил и возвысил, а они отверглись от меня». Исайя 1 глава 2 стих. Господь мог бы обличить их в том, что многие из них рождены от любодеяния, так как вопреки закону жены еврейские вступали в связи с язычниками, а языческие жены с иудеями. Однако же он не делает этого, ибо он не о том заботился, чтобы доказать неблагородство их телесное, но главным образом хотел доказать, что они низки по душе. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 42 по 43 стих. Иисус сказал: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего». Толкование. Так как он исключил их из родства с Авраамом, то они поднялись еще выше, называя отцом своим Бога. Он укорял их как убийц, а они, защищая себя, говорят, что они мстят за Бога и потому-то составляют совет против Него. Посему и Господь показывает, что они не за Бога вступаются, по самому замыслу своему хотят убить Его, и не суть дети Божии, как они думали. Но даже противники Богу говорит: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, ибо я от Бога сошел в мир, то есть явился во плоти. Я не противник Богу, я от Него пришел». «Посему, восставая на меня, вы враги Богу. Почему вы не познаете речи мои, не разумеете и не понимаете того, что я говорю? Без сомнения, не по-другому, чему, как потому, что не можете слышать слово мое, то есть не хотите. Ибо не мочь употребляет вместо не хотеть. Доколе в вас живет зависть и убийственный замысел, как вы можете слушать, что я говорю? Ну, все, да? Ну что, принимайся за свое дело, я сам тут. Ну-ка, спусти, Надя, на руки не разрешаем брать никогда. Видишь, откуда, с какой высоты он у тебя прыгает. Опустить даже не подумала, медленно на пол. Мы должны знать окружающее нас, по крайней мере. Я вчера с Себастьяном разговаривала. Сейчас, подожди. Ну, закончи. Тазик принеси, это на плите стоял, голубям, чтобы не замерзло. Ну, сегодня снег выпал первый раз, и поэтому выпал снег. Опять, это уже, видимо, постоянно. Ну, сегодня у нас что? 30-е. Ну да, 30-е у нас сегодня. Октября. Вот везде снег. Видите, какой вышел снег. Вот так.